Национальное агентство по регулированию в энергетике 28 марта опубликовало новую максимальную стоимость бензина и дизельного топлива, которая будет действовать с 29 числа. По данным НАРЭ, максимальная стоимость 95-го бензина составит 27 леев 11 банов, на 7 банов дороже за литр, а дизельного топлива 26 леев 97 банов, на 34 бана дороже. Отметим, что с начала марта цена на бензин выросла более чем на 2,5 лея, а дизтоплива почти на 6 леев.